Доброй ночи, друзья, и каждый, кто будет смотреть это видео. У кого-то может доброе утро, а у кого-то и добрый день. У нас на Украине сейчас ровно 3 часа ночи. Идет молитва, Дух Святой побуждает сейчас записать видео. И я буду делиться с вами тем, что Он будет нам открывать сегодня. Пусть Господь сильно-сильно благословит вас, наполнит вас славой и милостью своего присутствия и дарует больше вам, друзья, радости, то, что нам необходимо сейчас, как никогда. И если вы в чем-то либо согрешили, что-то сделали такое, что вы не ожидали, что вы можете такое сделать, там, раздражались или что-то еще, то просто покайтесь и попросите Отца, чтобы Он наполнил вас радостью. И Он обязательно вам проговорит сердце о том, что Он очищает вас, и с вас выходит то, что должно было выйти. Он показывает вам внутренние проблемы вашего сердца, вашего духа. И не огорчайтесь, если вы согрешили так раздражением или чем-либо еще. Иногда мы вынуждены проходить такие ситуации. Бог через такие ситуации нам являет любовь и показывает, от чего нам надо еще освободиться. Просто получи свободу и возрадуйся в Духе Святом. Аллилуйя! От всякого гнева, раздражения и от всего того, что сопутствовало греху в твоей жизни. Во имя Ишуа, Царя Славы. Амен. Аллилуйя! Извините. Сейчас, где-то около часа назад, я переживал в молитве определенные вещи. Дух Святой прикасался ко мне, и я видел определенные картины, ну, часть видения. И Дух Святой сказал мне, такое уже было много раз, что он... Сейчас я буду записывать видео, он мне будет повторять и покажет мне глубже и пространнее то, что я начал видеть, то, чего я еще не видел. И только я начинаю с вами говорить, аллилуйя тебе, Господь. Я вижу большого парящего орла цвета багряницы. Он парит прямо по небу. И сегодня этот орел очень сильно крупный и большой. От одного взмаха его крыльев поднимается очень сильный и шумный ветер. Ищи мы десины дыри-дыри-гея ха-яха. И я вижу, как он машет мне прямо вот так головой и влечет меня, чтобы я поднимался наверх к нему. У меня начинается перемещение, и я прямо оказываюсь рядом с орлом цвета багряницы. Я прямо оказываюсь рядом с его головой. И Шимелер, он пристально смотрит на меня и показывает мне наверх. И я начинаю с ним перемещаться выше. Сплошные облака, небо, небо, которому нет конца ни края. Шимбуфом обидыки десадарардеха. И мы подлетаем, и я вижу очень сильно большой огонь. И красный орел мне говорит, это огонь от престола Отца, Отца Славы, в Сыне Ишуа. Смотри, говорит мне орел цвета багряницы, то, что ты будешь сейчас видеть, передай это все людям, ищи Михала Махуду Бидесидерири Хая. Я вижу, как ко мне подходит женщина, очень молодая, красивая. Это Кэтрин Кульман. Она даже мне не говорит это, но Дух Святой мне уже проговорил. Она выглядит намного моложе, чем вы видели ее на проповедях, которые она проповедовала.
Она подходит ко мне и говорит: Игорь, я пришла по повелению моей мамы. Имя которой Руаха Кодыш, благословенный Святой Божий Дух. Я пришла от нежности Его материнской ласки, и я принесла тебе чашу крови Господа Иешуа Царя Славы. И я вижу, как в ее руках большая чаша, и она мне дает ее пить. И Катрин Кульман смотрит мне прямо в глаза и говорит: пей эту чашу. То, что ты сейчас выпьешь, имеет силу. И ты начнешь видеть дальше видения и будешь передавать людям то, что тебе дано передать сегодня. Ахамаба демеситито хаде хадесте детеметестес. И я сейчас начинаю видеть другое видение. Я вижу большой стол. Большой, шикарный стол, которому нету конца и края. Он весь заставлен различными явствами и едой. И вижу, как за этим столом, мне Дух Святой дает это понимание, сидит очень много верующих людей. И они прямо наслаждаются этой едой. И я вижу, как на каждом блюде есть определенные имена. Вижу, на одной еде прямо сверху написано COVID. На другой еде написано вакцинация. На третьей еде написано не вакцинация. На четвертой написано уколы. На пятой написано восхищение церкви. И внизу я вижу, как написано прямо в кавычках написано ложное, щимы суду моса дедеях. И вижу дальше различные блюда. Написано ересь учений, ересь преуспевания и так дальше и дальше. Нескончаемый поток блюд. И вижу одно очень большое блюдо. И вижу, это запеченный, ну, большой молодой поросенок. И вижу, как его прямо хватают, раздирают верующие. И над этим поросенком написано «Слава ложного пробуждения». Ищу мадоса доса на дедике хадахая. И это видение внезапно прекращается. И я вижу уже другое видение, вижу другой стол. Стол очень скромный. И вижу, как на нем стоят скромные блюда. Но в основном это блюда мясные. И выглядят они не жирно, но очень аккуратно приготовлено. И вижу, как сидят верующие, но гораздо меньше, чем за предыдущим столом. И вижу, как они скромно питаются, заглатывая кусочек за кусочком мясных блюд. И вижу, как они наливают с больших графинов в бокалы вино. И с наслаждением пьют его, но пьют его понемногу. И Дух Святой мне говорит: это вино славы небес. Это живой елей, который течет от престола славы Отца. И вижу, как блюда, которые едят этот малый остаток верующих, на каждом блюде написано через одно: кротость и смирение, кротость и смирение, кротость и смирение. И вижу, как некоторые из этих людей, они с большим наслаждением едят эти блюда. И они находятся в таком покое, просто умиротворяющий покой. Я прямо чувствую, как от них исходит покой. И прямо хочется сесть рядом с этими людьми, вкушать эту пищу, общаться с ними. Я чувствую, как от этих людей исходит просто блаженство, покой Божий, покой Святой Субботы, Шамахаех, Субботы Вечности.
И некоторые из них смотрят на меня, улыбаются. Я вижу, как один мужчина встает. Он очень сильно мне улыбается. И показывает мне, чтобы я сел с ним рядом. Он смотрит на меня, улыбается. И я узнаю этого человека. Он мне говорит: да, Игорь, ты не ошибся. Ты когда-то был в той церкви, очень много лет назад, которую я вел и которую мне доверил Господь. Я Билл Линч. Еще Махаме Гекеах. Господи, вся слава Тебе. Билл Линч ложит руку мне прямо на плечо и говорит: попробуй это блюдо, которое я сейчас вкушаю. Я вижу, как над этим блюдом золотыми буквами написана кротость. И он берет первый кусок и нежно подает его прямо к моим губам, к моему рту. И я начинаю есть этот кусок мяса. И по мере того, как я его ем, я начинаю чувствовать, как меня с головы и до самого подножия пят опускается огонь. Билл Линч смотрит на меня, говорит: это огонь кротости. И он мне говорит: все те ошибки, которые ты совершал в начале своего пути и далее, Отец тебе более никогда не вспомнит и не будет вспоминать. И Билл Линч мне продолжает говорить дальше. Отец знает твое посвящение перед Ним. И Он привел тебя сюда в Своей славе, чтобы показать тебе, когда своего младенчества, своего малого возраста, когда ты покаялся, с чего ты начинал, когда ты ходил в церковь, которую я вел, и Он тебе показывает сейчас, в какой славе я нахожусь. Я поглощаю это блюдо кротости в вечности, постоянно, и я наслаждаюсь присутствием и славой моего Отца. И Билл Линч мне говорит: и мой Отец через меня говорит тебе напутствие святое. Проводи дни странствования своего в кротости, и ты пожнешь большую награду. Ты будешь удовлетворен своим путем земным перед Отцом Славы, Сыне Ишуа, и вкусишь свои награды в вечности. Что бы ни происходило сейчас, не смотри на то, что тебя окружает в окружающем мире, говорит мне Билл Линч. Не смотри на все эти разговоры, и это первое видение, которое тебе дал видеть мой Отец. Оно говорит о том, что многие уклонились от первой любви, и они поглощают те блюда, которые ты видел, как они были написаны. Они едят эти блюда, они наслаждаются этими блюдами, но они давно отошли от славы Отца, ибо хаос этого мира завладел ими. Преуспевание и колдовская ворожба многих церквей просто охватила их, и они живут в этом. Не повторяй их поступки и не иди за такими людьми, Игорь, говорит мне Билл Линч. На его, просто я вижу на его лице сияющую улыбку. И когда он улыбается, я вижу, как от него исходит бриллиантовый цвет, как цвет алмазов от одной его улыбки. Я вижу свет этот над ним, бриллиантовый свет. Слава тебе, Господь. И Билл Линч мне говорит: чашу крови, которую дала тебе испить Кэтри Кульман, та, которая в вечности названа апостолом вечности, она будет всегда давать тебе силу проходить свой путь в кротости и вкушать блюдо кротости во все дни жизни твоей. Никогда не уклоняйся от заповеди кротости, и ты пожнешь величайшие благословения, и каждый, кто будет идти в этом помазании кротости. И мой Отец говорит, что ты сейчас будешь передавать помазание кротости, которое ты вкусил, через силу крови, через чашу Господню.
еще Микеях. И Бог дальше будет говорить через тебя. Амен. Слава тебе, Отец. Очень сильное видение. И самое удивительное, что с Биллом Линч за меня молился один или всего лишь два раза. И в этой церкви, это когда-то была известная церковь, отчий дом. Я пробыл очень мало. У меня там случились различного рода осложнения и приключения. Но дело сейчас не в этом. Но через эту церковь я получал дары. И в первую очередь любовь. И там были те люди, которые помогали мне на моем первоначальном пути. Вот. И там был человек, который много мне помогал, он уже ушел в вечность. В этой церкви пел Игорь Иванов. Многие слышали его прославления, его песни. Через Билла Линча Бог насадил эту церковь, отчий дом в Харькове. Это была пророческая церковь. Я когда зашел туда первый раз, на меня реально опустилось, ну, такое присутствие, что я на пороге думал, что меня начнет трясти, и я упаду. Я помню это. Бог меня туда привел, и помню первые шаги, которые я там делал. Потом различные неурядицы. Об этом сейчас не хочется говорить, потому что Бог есть любовь. У каждого есть недостатки. Но я помню этого апостола, пастора, пророка Билла Линча. Я помню, какая исходила от него любовь. Именно от него. Я слышал недавно, что он ушел в вечность, но то, что я переживу видение, в котором Бог покажет его, это для меня большой сюрприз. И сейчас, по мере того, как мне приходит по поводу этого видения определенное откровение, я буду делиться с вами. Я недавно записывал с помощью Божией, со своей женой Олечкой, определенные вещи, которые сейчас атакуют верующих. Записывали мы о силе крови Иисуса Христа. И Дух Святой опять вернул меня к этому. Наш благословенный Мама, Святой Дух. Потому что Дух Святой – это вся материнская ласка любви Отца. Я знаю, что многие переживают это откровение. Кто еще не знает, что это, прошу вас, не поносите, не входите. Не входите, ну, в поношение. Потому что это все отнимет у вас время. А может и отнимет. И больше, чем время, ваши силы. Не занимайтесь этим. Исследуйте все. Молитесь. Ищи Мацандема Дедекея. И благословенный Рох Хакодыш, Дух Святой, мне открывает сейчас. Прямо вкладывает внутрь. Я буду сейчас делиться тем, что он мне открывает по поводу этих видений. Первый стол, который с помощью Божией я озвучивал в этом видении. Вы слышали, какие я перечислял блюда на этом столе? Опять все возвращаемся к тому же, о чем я записывал недавно в видео. Многие из вас, как это ни печально, говорит благословенный Руах Акодыш, Дух Святой, погружены в ересь. И Дух Святой уже целенаправленно и конкретно называет это ересью. В ересь ковида, в ересь вакцинации, в ересь невакцинации и все остальное. Вы погружены в это. Почему он называет это ересью? Потому что вы все время находитесь в разговорах, и вы питаетесь этой едой об одном и том же. Вы уклонились, говорит благословенный Руах Акодыш, от первой любви Отца. Избранным моим, говорит благословенный Святой Божий Дух, я уже открыл, вакцинироваться им или не вакцинироваться. Но почему вы продолжаете
ссориться и питаться этой пищей, которая исходит из тьмы. Зачем вы осуждаете тех, кто вакцинировался, когда имеете внутри откровение, что этого делать было нельзя? Разве любовь не больше? Ту, которую послал Отец, говорит Святой Дух, в своем Сыне Ишуа. Зачем вы с коры так на суд и грызете друг друга, угрызаете? Ищем бы форма десидедес. Зачем вы многих вовлекаете в ложь, в суету и в хаос? И в ложь, которая витает вокруг этих заболеваний, щимбецендегех. И вы проводите, некоторые из вас, уже целыми сутками в этих разговорах, в этих темах. И вы давно перестали пребывать в тронном зале Отца. Хотя многие из вас, говорит Святой Дух, даже не знаете, что это такое. Кидамастедестес. И дальнейшее блюдо, которое мне показывал, ложное пробуждение, ересь преуспевания и так далее, что в основном показывает мне Дух Святой, эти люди, которые сейчас находятся в этих разговорах, они проповедуют пробуждение ложное. И Дух Святой предупреждает вас, и преуспевание ложное, что вы не будете ни преуспевать, ни духовно, ни физически. И не будете вы видеть никакого пробуждения, кроме лжи, которая погрязла в ваших сердцах. Вы погрязли в сплетнях, в хаосе. Почему бы вам не обратиться к моему Отцу, говорит Святой Дух, и попросить у Него больше любви? Вы построили себе могильники, насадили дубовые рощи и поклоняетесь в них тому, что происходит в этом мире. Вы кричите о золотой жатве, о пробуждении, но вы даже не знаете, что это такое. И поэтому вы пожнете пробуждение ложное. Страшитесь этого. Чтобы мой Отец в Сыне не оставил вас, говорит Святой Дух. Покайтесь. Перестаньте грызть друг друга. Молитесь друг за друга. Наполняйтесь любовью, и мой Отец тогда вас благословит. Аминь. Второе видение, которое я видел, и Бог показал мне. Человека, церкви которого я был, через которого насадил церковь. Он мне показал, что это человек на небесах, слава Господу. Он мне, этот человек, меня кормил блюдом кротости, и другие, которые сидели возле него, также питались этими блюдами кротости, смирения. И что этих людей было намного меньше, чем тех, которых я видел за первым столом. И Дух Святой говорит, продолжайте наполняться кротостью, продолжайте наполняться смирением, продолжайте пить эту чашу силы крови Иисуса Христа. И в кротости и смирении вы пожнете еще более и более и более. И эта сила будет исходить через вас. И вам не надо будет громко проповедовать и громко кричать. Люди будут видеть в вас славу живого Бога, говорит Святой Дух. Те люди, которые предназначены для покаяния. И Дух Святой говорит. И Он говорит это со скорбью. Но есть те, которые уже не предназначены. Ибо Отец знает путь каждого человека. Есть те, которые ожесточены. И не попросят исцеления, говорит Святой Дух, ихних душ, сердец и тел. Они настолько ожесточены, что они будут ожесточаться еще более. И беззаконие будет усиливаться в последнее время еще сильнее и сильнее. И этот малый остаток, который приготовил мой Святой Отец, говорит Святой Дух. Через него Отец спасет многих, тех, кого Отец предназначил. Молитесь. Очищайтесь, освящайтесь в силе крови Господа Ишуа Царя Славы, говорит Святой Дух. Наполняйтесь кротостью и смирением, и вы вкусите блаженство и счастье еще здесь на земле. И войдете в это блаженство и счастье навечно, купаясь в славе вашего Небесного Отца в Сыне Ишуа. Аминь. Друзья, какое
сильное присутствие Божье. Пусть я просто молю Тебя, Отец, чтобы каждый Твой ребенок, который сейчас будет смотреть это видео, вне зависимости от духовных рангов, санов, привилегий и так далее, и тому подобное, Господи, пусть каждый Твой ребенок просто на него сейчас снизойдет через это видео слава Твоей любви. Пусть каждый войдет в Твое присутствие. Пусть Твое святое помазание, кротости и смирения наполнит их сердца. Друзья, Дух Святой мне говорит, просто принимайте сейчас простоте сердца, и вы будете принимать. Как малые дети, просто примите. Фу! Чимбама, мбама, щитыма, сиди, сиди, тиририри, кирирара, десириди, стиридиди. Не попирайте любовь, цените ее, лелейте ее, взращивайте ее. Бог да благословит вас во имя Иешуа, Царя Славы. Аминь.